Всем привет, это канал Physics A, и как вы знаете, я был на Витфесте и фоткался с некоторыми блогерами, там гулял. Также мне подарили, можно так сказать, выкинули из сцены вот такую штуку. Я долго думал, что это. Очень долго. Я думал, что это брелок сначала. Такой просто прикольненький брелок. Но на самом деле это подставка под телефон, чтобы как-то вот... Так открывается, вот так его можно держать и разговаривать по телефону, чтобы телефон не упал. Идея, конечно, очень прикольная. Не знаю, как это будет выглядеть со стороны, но посмотрим. Я еще не буду пока что клеить на телефон. Также у меня есть вот такие вот очки. Вот. Ну все, побавались и хватит. Ну и, конечно, браслетик такой, Витфест. Зеленый. Вот. В общем, и я подарил некоторым блогерам, их 8, подарил вот такие вот деревянные кнопки Ютуба. Возможно, вы уже видели на каких-то фотографиях, возможно, не на всех. Возможно, кто-то заметил, например, на Витфесте, что я кому-то подарил эту кнопку. И кому же? Вам предстоит узнать это. Это моя личная кнопка, я ее даже подписал. И другим блогерам, которым я подарил, я тоже их подписал. Как же узнать, кому я подарил их? Ну, то есть, либо вы узнаете это в интернете где-то, либо, если вы были на Эдфесте, можете узнать оттуда, либо, может, блогеры сами расскажут, что им кто-то подарил такую деревянную кнопку Ютуба. Вот и все. Если вы мне в личке напишите всех 8, кому я подарил эти кнопки, вот прям сразу, то есть, не так когда-нибудь еще напишу 8, придумаю там какого-то или наугад подставляя, не надо так. У вас будет попытки, ну, 2 хотя бы, вот так, чтобы, ну, ясненько, да? Чтоб не писали мне по 100 раз там эти сообщения, я говорил, нет, неправильно. Он такой переписывает, там меняет блогеров. Так нельзя. Пишите вот сразу, ну, если ошиблись, то можете повторить свою попытку. Все, больше не надо. Ясно? И тот, кто сможет это сделать, получит 500 рублей и еще какие-нибудь привилегии, которые я пока что еще не придумал. Надеюсь, все понятно. Фух. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про группу ВК, там можно предлагать игры для прохождения. Все, всем пока.